Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Маргарита Шипила. И в этом видео я отвечу на ряд вопросов, которые поступили мне в личку. Объяснять буду про компанию BigSub и Acrona Mining. Сейчас мы с вами находимся на сайте Acrona Mining, где идет приумножение местной криптовалюты, которая называется AON Acrona. Приумножение идет посредством положительного баланса, то есть если у вас на кошельке положительный баланс от 10 акрон, тогда за хранение этих средств на балансе Acrona Mining с помощью технологии постмайнинг начинает вам генерировать новые монеты. И таким образом наши деньги приумножаются. Вот здесь справа вы видите по дням, то есть как каждый день какая-то часть монет начисляется на само тело майнинга. Тело майнинга вот выглядит таким образом. И вот на эту сумму каждый день начисляется вот такой процент. Чем дольше по времени хранятся монеты на кошельке, тем больше коэффициентов. Коэффициенты зависят от времени работы монет, от общего объема под моим кошельком. То есть когда люди после меня приходят, занимаются майнингом, майнят монеты, это все засчитывается как общий объем, и за счет этого у меня начисляется процент. И третий процент – это сам размер моего баланса. То есть вот три коэффициента, по которым устанавливается процент. Процент повышающийся, со временем он увеличивается, и его размер существует от 7 до 25%. Ежемесячно. Как связана компания BigSub с Acrona Mining? Сейчас мы с вами перейдем в программу Paint, где я вам немного здесь чисто схематично покажу. Мне, значит, человек задал вопросы, и я прямо сейчас по вопросам, по вот этим, дам ответ. Возможно, кому-то это тоже будет интересно. Отвечаю на первый вопрос. Как связаны пулы в BigSub с Acrona Mining? Что такое Acrona Mining? Это технология, которая нам приумножает средства. То есть это не партнерская программа, это не хайп, это никакая не пирамида, куда люди приносят деньги и им из воздуха начисляют проценты. Это работает технология, современная технология постмайнинг. Согласно этой технологии, здесь не может существовать партнерской программы. Да, здесь есть процент, когда после нас заходят люди, мы получаем один из коэффициентов, то есть от общего объема всех кошельков мы получаем процент. Это один единственный, как говорится, плюс, когда мы, допустим, будем кому-то рассказывать и приглашать в Acrona. Так как здесь не существует партнерской программы, то встал острый вопрос, чтобы такое интересное придумать для того, чтобы запустилась партнерская программа. Потому что очень многие люди предпочитают развиваться по реферальной программе, чтобы была реферальная программа. То есть они хотят получать за свои действия конкретный результат здесь и сейчас. Поэтому, так как Acrona – это большая платформа, на которой будет создаваться множество разнообразных проектов, то первый проект, который запустился на базе Acrona Open Network, это компания BigSub. Это первый стартап, который запустился на этой платформе. И вот теперь переходим к вопросу, как связаны пулы с Acrona. Связаны они, друзья, напрямую. Когда человек заходит в BigSub, регистрируется и становится партнером, активирует себе пулы и начинает их закрывать. Вот здесь вы видите изображение схематичное пулов. То есть у нас существует в BigSub 7 обязательных и 3 VIP-пула для лидерского состава, то есть это обязательные с автопереходом эти пулы по желанию. И вот когда человек начинает закрывать эти пулы, то начиная с третьего пула 10% прибыли от дохода этого пула будет уходить напрямую в Acrona Mining. То есть у вас закрылся третий пул, у вас 10% уходит в Acrona Mining в ноду BigSub. Закрыли вы четвертый пул, у вас точно так же 10% от дохода уходит в Acrona Mining. Закрылся у вас третий пул еще раз,
у вас снова 10% будет уходить в ноду BigSup в Acrona Mining. Таким образом, закрывая вот эти пулы, часть вашей прибыли, а именно 10%, будет уходить в Acrona Mining. То есть вы, однажды поработав активно, вы сформируете себе баланс, который будет у вас уже на автомате давать вам пассивный доход. Вот так связан BigSup с Acrona Mining. То есть пулы и Acrona Mining вот таким образом взаимодействуют. Начиная с третьего пула, 10% от прибыли будет уходить в Acrona Mining. Это первый вопрос. Второй вопрос. Пулы работают сами по себе. У Acrona свой майнинг. Значит, да, пулы работают абсолютно автономно. Они работают сами по себе. Человек может, даже не уделяя должного внимания Acrona майнингу, бросить все силы на развитие компании BigSup. То есть вот он поставил себе цель развиваться именно в BigSup. Он закрывает пул, зарабатывает биткоин и продвигается по полам. Но параллельно, хочет он того или нет, часть средств, как я уже пояснила, будет уходить в Acrona майнинг. И у компании BigSup существует своя собственная нода от компании BigSup. На данный момент в Acrona Open Network существует, если я не ошибаюсь, 5 нод. Нода, в которой, допустим, я приумножаю свои средства, называется Acrona Global Node. Преимущество вот этой ноды в том, что здесь у нас есть обучение, розыгрыши, подарки, бонусы и тому подобные фишки. Про другие ноды ничего не могу сказать. Если вам интересно, вы всегда можете это дело разузнать. А на сегодняшний день у меня есть депозит в Acrona Global Node, и там у меня приумножаются средства. А вот когда я работаю в BigSup, то мои средства переходят в ноду BigSup и формируются вот здесь. Это сделано для того, чтобы не ущемлять права других владельцев нод. То есть это общая нода для всех, кто работает в BigSup. Здесь могут работать партнеры любой ноды, также и люди просто со стороны. А в последующем из ноды BigSup, то есть у нас там создается новый кошелек, из ноды BigSup можно на свои кошельки в Acrona Global Node переводить монеты и формировать здесь свой депозит, увеличивать его и так далее. То есть каждый будет поступать по своему усмотрению. Поэтому отвечаю на вопрос. В компании BigSup существует своя собственная нода от компании BigSup, где все средства после третьего пула переходят в Acrona Mining. Это был второй вопрос. И третий вопрос, как биткоин связан с Acrona? Напрямую биткоин никак не связан с Acrona. То есть BigSup работает на биткоин, Acrona работает на AON. То есть Acrona, AON. Это две абсолютно разные криптовалюты. Биткоин – это довольно-таки популярная валюта, которую знает уже весь мир, довольно-таки устойчивая. Поэтому BigSup взял для расчетов биткоин, потому что у нас мы развиваемся в криптоиндустрии. Acrona майнит монету AON, то есть это тоже криптовалюта. Она молодая, но очень-очень перспективная. Будущее у монеты довольно-таки интересное, кому важно об этом узнать. Под этим видео есть ролик, где Анатолий Разнюк рассказывает о перспективах монеты Acrona. Когда я слушала эти перспективы, я поняла, что у этой монеты очень интересное будущее. Посмотрите сами и убедитесь. Поэтому сам биткоин в BigSup с Acrona, он никак не связан. Просто монеты Acrona мы можем конвертировать в биткоин, если, допустим, нам нужна именно эта криптовалюта. Но точно так же монету Acrona можно конвертировать в любую другую фиатную валюту. И теперь отвечу на вопрос, как Acrona меняем на рубли. Сейчас в Acrona Open Network проходит обновление. Буквально сегодня, вот или завтра, запустится обменник P2P, то есть из рук в руки, если перевести. Что это значит? Партнер Acrona Open Network хочет продать часть своих монет. Он заходит на обменник P2P, выставляет заявку, что он продает часть монет, указывает размер, указывает цену, указывает, куда ему надо получить фиатные деньги, ну, возможно, еще какие-то условия, и оставляет там свою заявку.
Тот человек, который хочет, наоборот, приобрести акроны, он видит эту заявку. Если его устраивают условия, он связывается с этим человеком. Они еще раз обговаривают условия обмена и совершают сделку. Один человек получает акроны, второй человек получает фиатные деньги на тот счет, на ту карту, куда ему удобно. Гарантом в этой сделке будет являться сама платформа Acrona Open Network. Вот таким образом мы акрону меняем на рубли. Надеюсь, что я ответила на вопросы, которые вот мне сегодня поступили. Хочу сказать, что эти вопросы, они очень популярные. Их задают практически каждый день, поэтому для того, чтобы человеку отправить видео и он мог спокойно послушать, я записываю вот этот ролик и надеюсь, что кому-то это принесет пользу. Буду благодарна за лайки, за комментарии. Обязательно напишите, каким образом продвигаются ваши дела в BigSub, как у вас происходит движение в Acrona Mining, то есть поделитесь своими впечатлениями, своими результатами, чтобы те люди, которые ищут заработок в интернете, могли это прочитать и удостовериться, что это очень-очень интересное предложение. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была сегодня Маргарита Шипила. Всем желаю добра, здоровья и процветания.